Всем салют! С вами канал «Китай стал ближе» и у нас очередная посылка. Вот такая вот большая посылка, оцененная в $5, весит 600 грамм. Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Честно говоря, не помню, что там. Не отслеживал, точнее не смотрел, что там, но, по-моему, это по партнерской программе. То есть программа посредник. Заказывал у меня с работы парень. Вот, по-моему, это его вещи. Так что давайте откроем и посмотрим, не будем гадать. Значит, запаковано все отлично. Чуть-чуть вот здесь вот подклеено скотчем, но я думаю, не критично. Клей вроде не порванный. Там клеевой шов. Давайте посмотрим, как открыть аккуратненько, чтобы не повредить. Все, в пакете больше ничего нету. В пакете больше ничего нету. Смотрим, что у нас здесь. Что это такое? Какие-то ремни, наверное, я думаю, подтяжки, что ли. И разворачиваем дальше. Ух ты. Вот такие вот штаны. Я даже не знаю, как вам их лучше показать. Это, я так понял, бриджи. Я постараюсь сейчас загрузить фотографию вам, чтобы показать полный размер. И цепляется, я думаю, это, наверное, вот так вот. Это сюда? Или нет? Надо, в общем, смотреть в интернете, как все это цепляется, смотреть на канале. Ой, смотреть на AliExpress, как все это цепляется. В общем, вот такие штанишки пришли. Материал теплый, похож на плюшевый такой. Похож на плюш. Давайте посмотрим, что у нас написано на бирочке. На бирочке написано Нелли, размер Элечка. Так, вроде все. Даже есть лейблик пришитый. На самом деле они такие довольно-таки тяжелые штаны. Я даже не знаю, с чего бы начать, что рассказать про них. Давайте начнем с карманов. Здесь сделаны два кармана. Пришиты карманы однострочным швом. Сверху есть клапана. На клапанах вот такие вот пристежки. Не знаю для чего. Надо смотреть на AliExpress, что это за такие штаны модные. Вот здесь вот тоже такая застежечка. И здесь вот есть вот такие вот петлички. Это одна сторона. Давайте посмотрим заднюю сторону. И на задней стороне тоже есть такие же карманы с такими же петличками. Мне очень интересно, как это должно выглядеть. Я, честно говоря, наверное, все-таки это выглядит вот так вот. Это цепляется здесь. И две пошли к одному и к другому карману. Да, наверное, вот так вот это все выглядит. Вот. Вот так вот. Сейчас я попробую повесить. Сейчас на вешалку и покажу вам, как это выглядит со стороны. И попробую загрузить фото. Первый раз, наверное, за последние две недели, когда пришел товар, китайские вещи, и они не пахнут. То есть обычно это дико пахнет всякими клеями и всем остальным. Значит, вот я вот так вот их подцепил. Еще, что особенность еще этих штанов, вот здесь вот в районе коленок сделаны вшитые резиночки. То есть, видите, как они собраны. Мода, да, молодежная мода. Я бы вот такое, допустим, не надел. Не знаю. Вроде я не старый, но для меня это почему-то не кажется модным. Это, наверное, специально сделано для того, резинки на коленках, это чтобы не вытягивались коленки. Ну и чтобы они не казались вытянутыми. А может, наоборот, чтобы казались вытянутыми, может быть, это сейчас так модно.
Внизу имеются резинки, тоже резиночки. Вот именно эти штаны, чем мне понравились, то, что они хорошо прошиты. Я уже успел заметить, посмотрел. Шовчики везде хорошие. Давайте посмотрим по передним карманам, что у нас с передними карманами. Передние карманы глубокие. Посмотрите, насколько, какая глубина. У меня влазит вся рука туда. Во. Как рыбаки показывают рыбу. Вот хороший лещ туда влезет. А вот этот карман, по-моему, поменьше даже. Но вот этот материал, из которого сделан карман, он сам по себе такой очень-очень рвется хорошо. Я думаю, кто сталкивался с спортивными штанами, вот в костюмах, обычно вшиты, в дешевых костюмах вшиты такие карманы, и они очень здорово рвутся. Все-таки давайте по материалу. Материал хороший, но дизайн странный. Ну, я не знаю, не мне судить, сейчас модные тенденции моды изменились, так что... Вот такие штаны. Если кто-то такие хочет заказать, ссылка будет под этим видео в описании. Также будет ссылка на группу ВКонтакте, в которой будут фотографии, и вы сможете обсудить, рассказать что-то по этим штанам. Может быть, я что-то не понимаю в моде, и вы мне расскажете, что сейчас модно. Что сейчас модно. И как такие штаны используются в повседневной жизни. Ну вот, пока все. С вами был канал «Китай стал ближе». Кто хочет увидеть новые видео первым, нажимайте колокольчик оповещения. И вам придет оповещение о вышедшем видео. Заказывайте товар. Ссылка, допустим, на эти штаны будет под описанием видео. А на сегодня все. С вами был канал «Китай стал ближе». Я Владимир. Всем пока.